На страже интеллектуальной собственности Беларусь стремится ускорить процесс выдачи патентов. Для этого в Минск на переговоры приехал представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности. Беларусь состоит в этой авторитетной международной организации и подвела всю свою законодательную базу под ее стандарты. Но в гонке интеллектов важно быть первым не на бумаге. В среднем за год в стране регистрируют 1000 патентов. И хоть разработки уникальны, это не значит, что светлая мысль не могла прийти в голову кому-то на другом конце земли. Оттого крупнейшие корпорации порой спорят, чьи разработчики первые. Прав тот, кто раньше подал заявку. В Беларуси готовы создать координационные центры, которые будут по всему миру искать информацию обо всех изобретениях и в то же время предлагать белорусские патенты для включения в зарубежные базы. Иногда нас тоже критикуют, что медленно мы выдаем патенты, авторские свидетельства, то есть другие законные, потому что действительно, чтобы получить патент, сегодня патентный поиск занимает в среднем 2 года. Сегодня мы с ВАИСом делаем единую систему в Беларуси, которая позволять будет управление интеллектуальной собственностью прежде всего в промышленности, чтобы значительно ускорить вот эти процессы. Мы больше 20 лет сотрудничаем с Беларусью. Это весьма продуктивное сотрудничество. Конечно, мы готовы его углублять. Хочу отметить, что в Беларуси количество патентов, выдаваемых Национальным центром интеллектуальной собственности, выше, чем можно ожидать от страны с таким населением и таким размером экономики. В сравнении с другими странами Беларусь отлично с этим справляется. Чтобы оценить значение коммерциализации разработок, достаточно сказать, что экспорт Беларуси на треть состоит из высокотехнологичной продукции, что составляет 10 миллиардов долларов.